С начала этого года объем инвестиций в Алтайском крае вырос почти на 9%, благодаря вложениям в развитие реального сектора экономики. В национальном рейтинге инвестиционного климата наш регион заметно улучшил свои позиции и вошел в топ-30 регионов России с самым комфортным условиями ведения бизнеса. Всего за последние 5 лет в экономику Алтайского края привлекли более 400 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Об этом заявил глава региона Александр Карлин на встрече с почетными гостями, приглашенными на празднование 80-летия региона. По словам губернатора, краевые власти продолжают работу по созданию и обустройству инвестиционных площадок. В числе первоочередных задач стоит создание территории опережающего социально-экономического развития в Заринске и Новоалтайске. И сегодня заявка по Заринску уже получила одобрение в Минэкономразвития России. В целом, за последний год Алтайский край занял 6-е место во всероссийском рейтинге регионов России по развитию туризма и 7-е место по туристической привлекательности субъектов.